ветер чуть усилился. Прям небольшие такие потоки, и гуси уже еще лучше заработали. Больше раздулись, выше подниматься стали. Все, хвосты расправили, а потом лежали. Во! Прелесть. Просто прелесть. Даже душа радуется. Отлично. Вот, первый раз. Не стесняйтесь, делайте, ребят. Все нормально будет. У всех все получится. Я понятия даже не имел. Взял и сделал. Так, выгуливаем своих новых гусей. Небольшой ветерочек есть. Прям чуть-чуть вот колышет. Но они уже работают, все нормально. В принципе, они очень легкие. Так они смотрятся. Надулись, расправились. Еще в стойках вот это вот палки, я их подкрашу. Я только что собрал, все сделал. Вот так вот брюхо какие у них. Тоже все. Матросики такие. Нормально. Пойдут. Вот с таким даже маленьким ветерком работают. Замечательно. 9 числа все. Можно уже выходить. Вот материал, как называется, был костюм, такой защитный, в них красят, на нефтезаводе работают, на мойке, еще где-то. Получилось 9 штук, можно было 10, конечно, сделать. Вот такие вот профиля, не профиля, как они, флюгера гусиной покраска была. Вот они сверху как будут смотреться. И вот снизу грудь. Такие. В принципе, считаю, неплохо. Для первого раза никогда еще не делал. Они раздуются, крутиться будут. Головы пока не стал делать ничего. Посмотрю, как без них. А так, может, из пены головы сделаю в чулок в какой-нибудь. Так, 9 штучек, в общем, получилось. Нормально, считаю.